Здравствуйте, меня зовут Ярослава Пестова, я 2010 года рождения. Я живу в городе Москве, я учусь в музыкальной школе. Я являюсь лауреатом нескольких международных музыкальных конкурсов. В свободное время я люблю моделировать одежду. У меня даже есть свой масштабный манекен. Фотографы любят работать со мной, а мне тоже нравится быть моделью. Стихи, и я вам расскажу один из моих любимых стихов великого аргентинского поэта Альфредо Валини. Золотая рыбка в хрустале тоскует, через грани концов мир глядит постыло. Что такое небо? Рыбка позабыла, звезды позабыла, и луну забыла. Осень, речку, ивы, что глядят с обрыва, и сверчок напрасно песенки шлифует. Золотая рыбка в хрустале тоскует. Для чего ж печально вечное окружение? Нет в тюрьме хрустальной рыбки утешения. А еще у меня есть спортивные разряды по акробатике. А еще я играю на пианино. Меня зовут Ярослава Пестова. Всех люблю.